Это вот такой вот просто зал прилетов. Точнее, выдачи багажа. Уи. Там заяц ходит. Ну вот выход. Сейчас мы отсюда выйдем и сядем в наш автобусик. И поедем до отеля. Вот так вот. Это заяц на египетской земле. Ждет свой багажик в зале прилета. А вот она, наша сумка. Сейчас мы будем зайцем ее хватать. Обязательно выход. Ну, похоже на это. Давай. Мощный заяц схватил. Поставь. Это задел. А? Снимаю. А точно это горит? Не знаю. Потом посмотрим. Сейчас я покажу, где выход. А вот это давай мы вместе снимем. Сейчас посмотришь. Смотри, сюда скоро. Ви-ви. Слышишь, что с кругом? Ви-ви. 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 Покажи. Это морской верблюд. Лежит, смотрит на нас. А мы на него. Флаг Египта. Это мини-супермаркет. Располагается. Вот это вот женщина в морском хиджабе. Сейчас ее закрыли. А вон вторая плавает, их почти не видно. Специально. Вот он, морской хиджаб. Специальный черный костюм на голове. По шапочке бейсболки, закрывающей затылок, длинная черная туника и штаны обязательно закрывающие до пяток ноги. А рядом в воде плещутся их незнакомые. Они живут в нашем отеле, тоже мусульмане. Это вот заяц наш. Заяц, заяц, машет. Это вот музыка в одном месте, только бум-бум. Не так, как в Сочи. Но таблетки не надо. Мы снимем себя. Вот так вот. Далеко. А море потом снимем. А море мы потом снимем. Это вот стройка там. За мной идет непрерывная. Шарм-эль-Шейх, это непрерывная. Как туристическая Мекка. Непрерывно идет строительство отелей вдоль Красного моря, который мы покажем зайцам потом. Да, зайцы?